Поедем за колесиками, да. Мне они пришли бесплатно. И я их даже не покупала. Мне их просто так подарили на день рождения. Приехали за колесиками. А паспорт? А где мой паспорт? А я с твоей стороны вижу. Человек не гордый. Для того, чтобы нам забрать колеса, нужна маска и мой паспорт. А паспорт мы взяли? Опа! Тут я высоко, да? Видно, что я улыбаюсь? Как я туда порада. Можно забрать груз? Паспорт? Что еще нужно? Здравствуйте, да. Меня она снимает. У нее автоблок просто, она за колесами приехала. Долго ждала этого. Колесики. Вы не ходите. А, да, конечно. Это же мои колесики. Ой, спасибо. Крутяцки. Спасибо большое! Спасибо, спасибо. Ой, слушай, они такие, они, кстати, легенькие. Смотри, они легкие. Какие крутяцкие! Все, радость, счастье. У нас новые колеса. Как думаете, какой диаметр? Сейчас мы будем распаковывать. Скати, блядь! Можно не мешать! Видно ли колесики? Колесики пришли к нам с Петербурга. Вроде бы. Отправитель у нас Валерий Сергеевич из города Санкт-Петербург. Спасибо вам огромное. Абсолютно бесплатный донат и доставка бесплатная, и колеса бесплатные, и диски бесплатные, и все вообще, все в жигу, все добро, как говорится, собираем по всему миру. Спасибо огромное. Я очень рада. Сейчас будем распаковывать. Всегда хотела такие колеса, и наконец-то просто так посчастливилось, что человек увидел сториз, где я выложила свои старые летние шины и диски, там стояли штампы, я бы реально на них ездила, потому что у меня нету никакой другой летней резины. Ну что, поехали? Наконец-то! Все, ложись, садись. Все здесь тогда все будем, ладно? Кошка! Кошка, кошка, блядь, это какой же дубль нахуй я начинала. Неужели? Распаковка. Уртик, сорян, братан. Сейчас надо будет нам, пока светло, распаковать все это. Какие они большие! Какие они огромные! Боже мой, вы посмотрите, какие они крутые. Охренеть. Пирелли 185-55R15. Вот такие супер колеса. Шикарнейшие. Сейчас мы будем остальные. Чё рычит меня? Целый день кот этот рычит. Круто! Да.
Кстати говоря, диски весят и резина. Короче, все в сборе весит 54 килограмма. 54 килограмма, ребят. И, кстати, на удивление, они достаточно легкие. Мне показалось так, что они легкие. Ох, просто гляньте на это. Очень-очень хорошая резина. Прям все замечательно. Я прям очень рада. Боже мой. Уть. Короче, что хочу сказать. Я всегда хотела низкопрофильную резину и хотела посмотреть. Вы просто посмотрите, какая она широкая. Офигеть, офигеть. Супер. Я вообще благодарна. Я, кстати говоря, подумываю перейти на хром и снести вот эту черную краску. Конечно, я сначала помою. Так, и хочу сделать диски хром. Думаю, будет клево смотреться на жиге. 185-55R15. Очень круто, очень круто. Я прям очень рада, что жига будет переобута наконец-то. И вы просто посмотрите, какие охуенные катки будут стоять на синем драконе. Разболтовка, кстати, 4/98, потому что стояли колеса на восьмерке, да, вроде бы, если мне не изменяет память. Так что разболтовка нам подойдет. Вот, охереть, вы прикиньте, это же как пол меня, блядь. Вот, ну что сказать, спасибо огромное еще раз, Валерий. Это охеренный донат, спасибо. Таким образом меня поздравили с днем рождения, да, то. Спасибо огромное. Я очень рада. И, конечно же, будет все стоять на синем драконе, и я очень рада этому. А мне колеса подарили, колеса мне подарили. Мне подарили колеса, смотрите, какие вот в сборе. Низкопрофильные, да. Колеса подарили мне. Вместе с дисками, да, да. Просто так подписчик взял и послал. Вот разобрала их, видите, ручки грязные. Ну а дальше колесо, меняйся. Курс хочу. Сейчас сожру тебя. Вот теперь все. И хочу поделиться с вами уже одним результатом. Три колеса поставила, сейчас все покажу. Собственно, моя зима. Ну вот, кстати, посмотрите, вид имеет вроде, вид имеет. Вот так сделаем. Годненько смотрится. Я еще, вон, видите, решетку радиаторов поменяла наполовину, потому что у меня ключа нет на 8. Ну что, нравится, не нравится? Подкачать, что ли, надо, не пойму. По-моему, вид имеет. Ничего не будет задевать. Все замечательно, все хорошо. Симпатично, я считаю. Очень красиво получилось. Ну что, ребят, не прошло и полгода. Все поменено. Посмотрите, как она смотрится. Мне кажется, очень красиво. Но судить пока не будем, потому что мы поедем на мойку. Готово?